Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Вязальные посиделки. Сегодня рассмотрим вот такой узор. Он очень простой, состоит из лицевых и изнаночных петелек, но тем не менее достаточно интересный. Здесь сочетается лицевая гладь и платочное вязание, а те места, которые у нас идут лицевой гладью, они как бы возвышаются вот такими бугорками, делаю узор такой достаточно объемным. Изнаночная сторона узора вот такая, узор односторонний. Раппорт его 8 петелек и 16 рядов в высоту. Для образца мы набираем число петелек кратное раппорту, кратное 8, плюс 4 петельки для симметрии, чтобы узор начинался и заканчивался одинаково. Для образца, на котором покажу узор, я набрала 14 петелек, то есть 8 петель раппорта, плюс 2 для симметрии и 2 кромочные петли. Первую кромочную я буду снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Первый ряд и все нечетные ряды мы вяжем лицевыми петлями. Снимаем кромочную и весь ряд провязываем лицевыми. В конце кромочной петли изнаночной провяжем. Второй ряд. Снимаем кромочную и провязываем раппорт из 8 петель. 4 изнаночных петли. 1, 2, 3, 4 и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И в конце ряда, допустим, он у нас длинный ряд из нескольких раппортов, в конце ряда мы довязываем 4 петельки изнаночные и кромочная петля. Третий ряд у нас полностью лицевые петли. Четвертый ряд полностью повторяет второй. Кромочную снимаем. 4 изнаночных петли. 4 лицевых. И петли симметрии 4 изнаночные. Кромочная петля. Пятый ряд. Все лицевые петельки. Шестой ряд вяжем так же, как второй и четвертый. Кромочную снимаем. 4 изнаночных. 4 лицевых. И 4 изнаночных. Седьмой ряд. Все петельки лицевые. Мы провязали вот этот элемент узора. И дальше, перед тем, как у нас пойдет смещение рисунка, здесь три ряда у нас лицевой глади. Один ряд, седьмой, мы провязали лицевыми, с лицевой стороны лицевыми. Восьмой ряд мы вяжем все петли изнаночные. Так как у нас изнаночная сторона, вяжем все петельки изнаночные. И девятый ряд снова лицевые. Итак, восьмой ряд у нас все изнаночные петельки. И девятый ряд, как и все нечетные ряды, все лицевые. В десятом ряду мы смещаем узор полностью на один элемент. Если мы по изнаночной стороне начинали раппорт с 4 изнаночных петель, то теперь начнем с 4 лицевых. С лицевой стороны эти петельки вот будут изнаночными рядами на платочном вязании. Кромочную снимаем. У нас 10 ряд, 4 лицевых. 4 лицевые, 4 изнаночные. И в конце ряда 4 петельки для симметрии, 4 лицевых. Одиннадцатый ряд все лицевые. 12 и 14 ряды повторяют 10. Это у нас изнаночные ряды. Вяжем 4 лицевых, 4 изнаночных. 15 ряд также провязали все лицевые. Смотрите, на платочном вязании у нас по 3 зубчатых ряда изнаночных петелек. Здесь у нас было 3 зубчика. И здесь мы провязали уже 3 ряда зубьями. Значит, пора снова смещать рисунок. А для этого мы сделаем снова переходный ряд. Это у нас 16-й. Провяжем изнаночными петельками. Полностью весь рядочек. 16 ряд провязали. Все, раппорт мы провязали.
Узор у нас теперь повторяется с первого ряда. Ну, вот, как видите, узор очень простой. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!